эта конференция посвящена очень важной дате в истории вообще, наверное, юридического образования республики, поскольку 200 лет назад указом императора Александра I была учреждена Академия, и здесь именно впервые в таком профессиональном виде начали преподаваться юридические дисциплины. Не в виде каких-то общеобразовательных, а именно специальных дисциплин юридических, с определенной расчасовкой, с расписанием специальным. Это был первый опыт Республики Беларусь. Конференция была такая, где я могла прийти со своим рефератом, как бы темы совпали, и я решила, что надо, наверное, приехать. И тем более публикация сделана моя, и считается, что у меня теперь иностранная публикация, так что я очень довольна здесь всеми.